Друзья, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, финалисты фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна» здесь собрались около главной сцены? Отлично. Тогда я с удовольствием предоставляю слово председателю жюри нашего фотоконкурса, всемирно известному фотографу Сергею Горшкову. Сергей сейчас поздравит и скажет все самое лучшее наших финалистов. Сергей, вам слово. Всем добрый вечер. Хочу вас всех поздравить с открытием великолепного фестиваля, посвященного 170-летию. И в случае, пользуясь случаем, хочу сказать, что сегодня подвели итоги конкурса «Самая красивая страна». И мне хочется вручить дипломы всем финалистам, кто прошел конкурс и удостоен такой высокой награды. Итак, диплом финалиста вручается Сорокину Ольге за работу «Мозаика». Сорокина Ольга. Сорокину Юрию Викторовичу за работу «Маркушки снежок» на Ольховом болоте. Будем рисовать это больше. Еще одна номинация тоже «Пасмурный рассвет». А еще третья. Зверева Валерия Борисовна за работу типа «Голова». Номинация «Макраме». Василиса за работу «Силуэт на восходе», номинация «Птицы». Бибичку Михаилу Мироновичу за работу «Утро», природный дизайн. Герберте Николаю Сергеевичу за работу «Бирюза». Номинация «Пейзаж». Степанову Петру за работу «Волны». Номинация «Природный пейзаж». Крусталеву Владиславу Витальевичу за работу «Снежный глухарь», номинация «Птицы». Да. Много лет назад я получал из рук этого человека грамоту, и сегодня хочу поздравить мэтра нашего нашей фотографии Викенретера Вадима Евгеньевича за работу «Извержение вулкана Долбача». В 1975 году он снимал там. Да. В любом случае, я вас поздравляю. Здоровья. Здоровья, в первую очередь, нашего финалиста. Он мой учитель. Я его обожаю. Большой привет ему. И еще одна работа «Лунный пейзаж». Это одна из моих любимых фотографий. Низкий поклон. Виктор Тер за работу «Весенний Ягодятлов», номинация «Птица». И еще за работу «Критически уязвимые», фотоистория. Мудрого Павла Александровича за работу «Спящий олень», номинация «Животное». Спасибо. Ждем на следующий год. Сидорову Олегу за работу «Кормилец», номинация «Птица».
Курятин Андрей Викторович, заработал усеющий. Номинация «Маг на мир». Сорокину Виктору Викторовичу, «Жизнь в сумерках», «Черная левая фотография». Горбунова Виталия Вячеславовича за работу «Мисси Колеса», юный фотограф. И завершение Красакова Ирины Сергеевны за работу «Жаба», юный фотограф. Все работы финалистов можно посмотреть вот через стеночку. Наслаждайтесь. А сейчас я сделаю небольшое выступление о своей работе. Я расскажу там, где я снимаю. Так что можно включать.